Всем привет! Открыто движение по улицам Окская и Ферганская. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее об этом расскажу прямо сейчас. Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Twitter, эти улицы были частично перекрыты из-за строительства Некрасовской линии метро. Он отметил, что сейчас завершается подготовка к запуску второго участка Некрасовской линии. Также мэр города указал на то, что в рамках строительства были благоустроены прилегающие территории, высажены деревья, установлены скамейки и освещение. Так, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что всего было высажено 451 дерево, около 2000 кустарников, установлено 122 скамейки и проложено 55,7 тысяч газонов. На этом у меня пока все. Больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. До скорого!